Приветствую вас на канале «Все о стиральных машинах бытовой техники». Сегодня у нас топ-3 тактических очков с Яндекс.Маркета. Узнать подробности о лучших тактических очках с Яндекс.Маркета вы можете, пройдя по ссылочкам в описании. Ну а наш рейтинг возглавляют очки 3MGG501. Это, в общем-то, универсальные тактические очки, которые защищают от различных видов воздействия. Самое главное, что они делают четче картинку, да, в сумерках, соответственно, выцеливание облегчают таким образом. Ну и они защищены от запотевания и других типов воздействия. Механическая прочность B идет, оптический класс 1, непрямая вентиляция, закрытый, с защитой от царапин, как я уже сказал, защитой от запотевания, очень неплохо сидят. Ну и, соответственно, для разных типов лиц подходят. Да, то есть, если, допустим, узкое лицо очень, то вот этих мертвых зон по краям нету, да, ну и, соответственно, удобные они в этом плане. 1320 рублей они стоят, ну и, в принципе, удостоились большого количества положительных отзывов. Второе место занимают очки CraftTol 11007. Тоже они достаточно легкие, защищают от механических воздействий, есть защита от царапин, от запотевания, очень удобные они на голове. И данные очки с наилучшим классом защиты идут. У них сами линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната, оправа из термопластичного эластомера сделана, покрытие незапотевающее, солнцезащитное, в общем, без искажений передают картинку, ну то есть достаточно хороший вариант. При этом цена предлагается достаточно приемлемая, то есть с учетом скидки вы заплатите 1222 рубля. В принципе, беспрецедентное предложение за такие очки. Третье место занимают очки Pyramax iTech S5880S. Данные очки, в общем, завоевали достаточно большую популярность, то есть мобилизованные их приобретают и, в общем-то, довольны результатами. То есть у них линзы защищены от царапин, в сумерках они очень хорошо себя показали, то есть небольшой туман, сумерки, то есть объект будет виден достаточно четко. При этом цена тоже достаточно приемлемая, 1299 рублей. Узнать подробности о лучших тактических очках с Яндекс.Маркета вы можете, пройдя по ссылочкам в описании. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.